Дорогие друзья, жители города Судака, наши гости из материка, хочу вам сказать, что 27 числа мы приняли решение спустить наши корабли на воду. Поэтому приглашаем вас всех на это событие. Решили это сделать без всяких пробных, предварительных заплывов, испытаний, потому что время как бы поджимает. Я думаю, что мы сделали все очень и очень профессионально. Я беру на себя ответственность. Я думаю, что мой компаньон Мищенко Сергей Анатольевич берет на себя ответственность тоже. И за мое решение возьмет, и я возьму за его действия ответственность. Все, что мы сделали, я думаю, что со временем сделано в Судаке, это будет высший марк качества. И ответственно заявляю, что все то, что мы сделали, должно работать как высокоточный, хорошо отлаженный часовой механизм. Значит, поэтому 27 июня. 27 июня. Во сколько? Ну, в районе обеда, может, 12 часов. В полдень, часов, да, где-то? 12, 3 часа. А сегодня, я так видел, вы уже моторы подсоединили. Все смонтировали, закрепили, все готово. Да. На море шторма нет. Такой, может быть, берет небольшой мандраж, что сколько надо еще сделать до того 27 числа. Надо сделать очень много. Ну давай уже все. Я думаю, что да, мы уже пора. Сделаем. Тем более это будет очень хороший подарок и нашим местным жителям и гостям к началу официального курортного сезона для гостей с материка, которые как раз к 1 июля приедут. Я думаю, что как раз это и будет ознаменует начало сезона, конечно, и оставит позади все те какие-то моменты нашего общества негативные, которые мы прошли там пару месяцев назад еще. Я хочу, чтобы это все ознаменовало светлый путь. Новые корабли выходят в море. Да. Ну все, встретимся давай 27-го в полдень в городе Судак на выходе в море лодки «Галера». Галера. Таврида наша, да? Да, и алые паруса. И алые паруса. Добро, давай.